И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в игрушку под названием Гибз. Да, снова в нее вернемся и продолжим убивать зомбари. И мы еще немного вместе с Скаем поиграем, кстати, поздоровайся. Привет всем, Скай, собственно. Да, Скай. Не там, ты танцуешь, чувак. Привет. Ладно, мы, короче говоря, поигрались немножко в несерии, можно сказать, и подфармили себе денежек, и открыли вроде как немножко нового оружия, плюс взяли себе новые шмоточки, и победили одного босса. Может быть, я его вставлю, какой-то был босс маленьким экранчиком, может нет, не знаю, посмотрим, сколько же я буду ленивый в плане монтажа. Главное, вставь кислотные танцы под поле притоптать. Да, если что, вы можете мне потом в комментариях написать, Кристалл ленивый, как обычно. Так, ух ты, другая локация у нас уже, да? И сейчас, кстати, ребята, появились новые зомбари, это вот эти вот скелеты. Ну-ка, попробуй одним выстрелом на полную шмальнуть во всю толпу. Дай мне его сначала зарядить. Так, у меня, правда, жизни нет, я что-то забыл созарядиться. Ой, блин, вервульф. Так, контейнер гори, взрывай, бьюш, все готово. Эй, не злись, парень, все, всего лишь был армагеддон маленький. Ствол, конечно, крутой, так, картошка кидается мне. Слышь, ты, картошка или это головы? Не знаю, мне кажется, он картошка кидается. Так, иди сюда. А, где ты? Нет, ты, я бегу за тобой. Вот. Стреляй ты. Ну, выглядит что-то слабенько, да. Ствол вообще не дамажит. Да, очень. О, я умер, кстати, подними меня. Я забыл, что мне жизни мало. Подними меня, пожалуйста. Давай. Я тебя даже не вижу тут. Да вон я валяюсь. Отдохнуть прилег. Так, устал немножко после. Ух ты, ё-моё. Сейчас я... Блин, только взял такую пушку, думаю, сейчас я порублю его, мне выкидывает. Слышь, ты пень. Чё ты спрятался-то? Какого хрена? Чё, как ты так быстро можешь прятаться? Как вообще пень блюет? Чё вообще происходит в этом мире, да? Ты прикинь, она только одного умудрилась снести. Да. Теперь я чувствую себя богом. В этой игре посредством из-за твоего оружия. Будто у меня самая имбовая пушка в этой игре. Так, а у меня ближним боем драться с ними. О, все, зарядил. Все, всем трындец. Да, можешь позлиться, сколько хочешь. Ну, если я сейчас зарядил, все, готово. Я бы с нормальной другой рукой. Так, о, черная что-то там шапочка какая-то. Черная кепка, понятно. Черную кепку мы не возьмем. Нам ее не надо. Нам только белая кепка нужна, с другим бонусом. Давай, пойдем. Так, сейчас подожди, я хочу взять бонусы себе, точнее прокачаться. Кстати, ребята, если подумали, что это все способности, которые есть, если, оказывается, можно нажать на кнопочку способностей, здесь вон сколько еще всего оказывается. Это очень жестко. Еще просто по сравнению. Так, я хочу себе взять, наверное, бонус к скорости передвижения. Хочу взять плюс одно сердце и хотел бы взять гору, но чутка потом ее возьмем. Гора позволит, чтобы меня не отталкивали. Так, что мы дальше двигаем тогда? Да, давай дальше двигать. Да, пошли к следующему. Стоп, ты не хотел я к нему заходить? Да. Че? Вот босс, можно снова вернуться. Смысл. Смысл в этом вообще? Ладно, если там забыл шмотку, да, но... Типа, может, можно было потом через какое-то определенное время просто его испарять, и все. Так надо с этих чувачков уничтожать. Кстати, не напоминает мне монстры из Айзека, которые эти... Да ё-моё, слушай, я не могу отбиться от этих. Пробивать. Скажи мне. А, ты же оружие не поменял, да. Я же не могу его поменять просто так. Надо в храм... Ё-моё, в храм реально возвращаться, что ли? Надо новую пушку убить тогда. Надо постараться что-нибудь новое выбить, и тогда мы выйдем из этой очень неприятной выбить, ситуации. Но... Возьми пистолет, угодно, может, да. Не? У тебя же скорострельный пистолет. Он бёрстый, он не дамажит вообще почти. Думаешь? Огнёт! Я хожу с ним, я так всё... Горите, твари! На, просто! Уйди оттуда, я сейчас тебя сожгу, то ещё месяц. Меня уже и так сжёг. Я себя сжёг, так что не переживай. Помоги мне. Ну, я пытаюсь. Так, я горю. Интересно, а можно поджечь зомби с собой? Или зомби может меня поджечь? Да. Так, ну неплохо. Ядри, сколько тут бабла. Там ножик валяется. Хочешь ножик? О, черные очки! Так, что это такое? Солнечные? Так. Получайте на 30% меньше урона во время перекатов, походу. Что-то типа такого. Так. Да, умрите. Моргенштерном их просто. Моргенштерном? Ну, вроде так называется таблова. По-моему, шестопер у меня, не Моргенштерн, да фиг тебя, фиг знает, как их различать по-правильному. Ну, может, я ошибаюсь, называю не так. Но что-то мне кажется, она именно так называлась. Ну, может, я не прав. По идее, да, это Моргенштерн, но... Так, бюп. Че, в больничку идем? Ну, дайте мне дробовик. Ну, нет, сначала пофармим тогда. Да. Сначала пофармим. О, маска. Ай.
Чё, ну, прикольно, конечно, выглядит, но... На отбрасывание она ближним боем. Выглядит клево, конечно, я бы себе такой хотел. Так, просто так. Не бегать. Блин, мне червяки так сосут. Ну... Ух ты, огнемет снова! Давайте, ребята, горите, 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 горите. Ясно и прекрасно! Так. Ненавижу, ненавижу этих какой червей. Прекрасный огнемет. Шок, только себя ненавижу... поджигает. Уу, я горю, я больно. Ненавижу так ту фразу, в которой ты сказал, ну давай затестим этот автомат твой. Да ладно, бывает. Ну выглядел он убедительно. Спасай меня, от меня тут все просто. Он выглядит убедительно, когда он зарядится на полную. Спасай, говорит, я тут сам едва живой. Я бы... опять макака бежит, это угорелая. Давай, 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 просто умри, пожалуйста, чувак, давай, вали его. Ну, все, отлично. Так, меня картошка кидает. Половину. Слушай, может, умрешь, я тебя подниму. Все, отлично. А то я переживаю, что мы так оба откреемся в один момент. Блин, надо эту гамадрила этого убить. Фиолетового. Так, блин, я на одном сердечке бегу. О, все, теперь ему пипец. Чувак, ты сейчас поплатишься за всю картошку, которую ты мне бросил. Если это была картошка. Может, конечно, говнецо какое-нибудь мне кидает, но вроде картошка. Скорее всего. Так, черт, у меня МГ закончилось. Все, теперь обычные зомбари остались, так что мы с ними всеми разберемся. Так, ну, единственное, что оружие, опять же, не выпало никакое. Грустненько, грустненько. Придется еще фармить тогда, пока пушку мне не нравится. Знаешь, мне нравится его залп просто, который разносит все, но при этом... Если бы он быстрее перезаряжался дома, бы, да? Так, что за шапка такая? Да, передвижение. Да, на 2%. Ну ладно, не моя шапка, мне больше нравится. Так, очки еще, монокль валяется. Так, пойдем вот на зомби-орду какую-то вот эту. Мини-игру, новая мини-игра. Так, и что это? Убить как можно больше зомби прекращается после смерти игрока. Понятно. Ну, спасибо. Ты мне помог с этим-то ДПС-оружием. Ну, я ж тебя не заставлял. Я говорю, попробуй, вроде выглядит неплохо. Не, я про то, что это минка сейчас прям для меня. Лучше бы мы просто в какую-нибудь фигню вляпались, там есть хоть шанс упадения. Ну, бобришко подфармим, хоть что тебе не нравится. Сейчас у меня еще и скилл прокатит, можно будет вообще жестко всех развалить. Давай, чего вы ко мне все трётесь-то, ребят? Интересно, сколько их реально бесконечно будет идти? Ну, пока что сложность маленькая. У тебя нормальное оружие. На какое-то время хотя бы. Сейчас киллов будет немерено. Офигеть, сколько киллов. Просто штампуют киллы. Дайте мне тоже такое оружие. Где моя накопительная система? Ну, все. Меня обманул мой банк. Мне вклад кончился. Так. Тащись ко мне, вся толпа. Тащись. У тебя какая-то супер кай... Знаешь, кайтом надо таким жестким сражаться. Угу. Так, все, у меня ультимейт оружие. На какое-то время. Господи, а сколько денег, интересно, можно с этого поднять? Мне прям любопытно, насколько же много мы сможем нафармить. Так, а что за черепки? А, вот где накопительная система-то, ё-моё, только сейчас обратил внимание. Ты увидел, где она вообще находится? Да, слева там. Черепки такие набиваются, да. Но. Я вообще не знал, думал, оно как-то, типа, как фартанет, так и появится. Да ё-моё. Что-то жрут меня, да? Больно. Ну тут можно бесконечно драться, конечно. Я надеюсь, что реально денег дают дофига за этот ивент. Не, конечно, можно специально слиться. О, снова супер шотган. Блин, только хочешь слиться, я думаю об этом такой. И да. Снова выпадает супер оружие, и ты такой, ну... Нет, у меня просто пушка к этому моменту заново собирается. Почему нет? Мы сейчас, кстати, вдвоем супер оружием были. Вообще никто даже рядом подойти не мог. Их просто как-то мало валит, по-моему, да? Нет, нет другого типа зомбарей, и поэтому получается как-то вот еще супер МГ. Я столько раз не бустил оружие никогда просто. Постоянно с супер бонусом. Давай сдохнем. Хочу посмотреть. Я, конечно, буду стрелять перед смертью. Так, все. И... Офигеть! А, 500 нормально, слушай, неплохо. Если бы мы еще дальше фармили, тут вообще можно миллионы поднять. Если бы у меня еще не настолько заружен... А визи... Что? Оружие зависело от того. Я думаю, на каком языке начал разговаривать. Я тоже запутался. Оружие завис. Так. Я там завис с оружием. Так, гору возьму себе, эффекты одежды возьму. Все, у меня первая ветка посередине уже вся закончилась.
Так, ну что, погнали, попробуем посражаться в храме. Правда, мне жизни нифига нет. Давай попробуем. Танцуй, 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 давай быстрее, больше танцев. Так. Я не смогу выхилиться нормально. Я же двумя пальцами хилюсь. Надо притолкать. А, да. Блин, все у меня закончилось. Давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Просто это идеальная игра под этот саундтрек. Господи, здесь какой-то чувак делает другого чувака более сильным чуваком. Я мастер описывать происходящее. Господи, что вы из себя вентиляторы какие-то делаете? Идите в игру Blood Rain. Так, ну, ой, блин, надо, короче, на улицу валить. Такое себе там сидеть. Там они все на тебя сразу всей толпой валят. Так, ну сколько? Я же черепков нормально накопил, кстати, теперь. Я сейчас уже супер... А, уже сработало все. Ну, чувак, иди сюда, давай поговорим. Где ты там? Ну, блин, а что ты спрятался-то, а? Давай нормально подеремся. Давай я в него разряжу, интересно. О, пушка лежит. Дмага приедет. А, нет, это не пушка, это рука чья-то. Я думал, это меч лежит такой, думаю, подобрать можно уже. Слушай, я хочу в него разрядиться полную свою эту зарядку. Ну, попробуй. Так что, подержишь пока он? О, у него, они еще не только с этими, кстати. Сейчас появится. Ой, горит! Надо уходить оттуда или нет? Ну, пока нет. Я не знаю, надо уходить или нет. Ты горишь. Ты чего в огне стоишь? Я не горю, я зайдя. А вот он пришел. Да как его убивать-то, если он прибегает и убегает сразу? Или надо... А, наверное, надо какого-то момента дотянуть, да? Все, я понял. Походу, это босс, типа, терпилы, знаешь? Ты чё все в костры сбегаешь-то? Да я не бегаю в костры, я за тобой всё бегаю вот здесь. Да? Ты у меня все время в костёр забегаешь. Вот это уже тяжелее. Жесть, они бронированные. Чё будет дальше-то тогда? Так, надо быстрее накопить поинты. Ё-моё, 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 ё-моё. Офигеть, я очередью вообще не пробиваю их. Так. Быстро прыжок. Я вообще их не пробиваю, если что. Да они супер бронебойные. Нет, их двоих сразу за один выстрел максимальный сразу сносишь. За максимальный свой выстрел извини меня. Ну да, ну лучше, чем ничего. Ты за это время две обоймы успеваешь разрядить. Да, я успеваю, но я не убиваю за столько. Тем более я не могу набить стрик убийств, потому что я их слишком медленно убиваю. А, ты уж про меня лучше молчи в этом плане. Ну да. Ну короче говоря, на эту тему мы, с этими зомбарями мы не сможем настакать так все круто. Вопрос только в том, как этот босс появляется, я не совсем понял, надо... А! Блин, руби, бей, стреляй! Лицо ломай, у меня... Он мне глаза тыкает. Только так могу описать эту ситуацию в данный момент, потому что нифига неприятно! Он ко мне пристал, как грёбаный комар, блин! Нормально ему сейчас, наверное, должно было быть. Ай, отстань от меня! Что тебе надо, демон? Блин, он меня завалил, резни, я прям здесь лежу. Я вижу, что ты прям здесь лежишь. Жизни было мало, и оружие у нас слабовато для него. Так, как мне кажется. Так, ну давай в него вливаться. О, ничего, я ему только что снес, ты видел? В полной заряде? Наверное, больно. Да он на самом деле легкий, говорю, просто он впитывается в нас и все. Не отстает. Ну ладно, давай ему. Тебе, кстати, удобнее, ты как раз ему полный заряд даешь и все. Блин, он какую-то фигню достал, теперь пилой меня пилит. Давай ему полный свой разряд, ему вообще больно прилетает. Так, ресни меня, ресни, 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 ресни. Прыгни сразу, воскреси просто. Давай. Почти же. О, отлично. Так, где он там? Все, стреляю. Финиш хим, все. Я его и уже пилой отпиливаю. Почему все время я финиш хим и делаю? О. Да потому что... Реально, это просто пила, я... Смотри. Офигенное оружие. На, подержи. Просто зажимаешь кнопку атаки и все. Прикольно. Да, клевая тема. Самое лучшее мили оружие пока что тогда. Так что там есть что-то внутри или нет? Не знаю, вот. Еще один бедный зомбик остался. На остальное больше ничего подобрать нельзя. Сюда ведь нельзя зайти? Ну, чем... Нет, не все знаю. Нельзя. Ну, короче говоря, мы закончили с этим боссом, получается. Ну, погнали дальше, чё? Ну, погнали, блин, дальше. Пушка, конечно, крутая, но только против боссов, походу. Ну да, что типа того. Потому что я с зарядом половину его хп сносил. Ну, этой полоски. Сейчас он тебе отпилит. Так, ну давай на эвент. Так, заработаем баблишко еще. Ебой. Так, а если я буду... Нет, наверное, все-таки лучше прыжками. Так. Буду по трамплинам. На этот раз попробую без прыжков, а просто по трамплинам летать. Так, и зомбарев просто буду давить. Интересно, я получу бонуса больше за то, что я всегда на эти штуки прыгал или нет? Интересно мне посмотреть. Там просто бонус за то, что в воздухе дается.
Блин, господи, как у меня в глазах плывет на этом уровне, я просто не могу. Я не могу, блин. У меня реально будто бы просто зрение максимально портится. Я пытаюсь сконцентрировать внимание, но просто жить. Знаешь, что самое прикольное? Я собрал киллстрик. Да? У меня дробовик золотой, посмотри на вы это. Лол. Я, кстати, как-то больше тебя еще убил. Это странно. Я вроде даже не старался. Просто качусь вперед и все. Так, ну как-то этот уровень как будто больше стал, да? У меня глаза болят. Вообще капец, очень больно. Я не знаю, конечно, как смотрится, но вообще, если сам играешь, то жесть. Ну, я пытаюсь сконцентрировать внимание, но у меня все плывет. Так, воздушный бонус 73. Бонус ударов по зомби. Ну, короче, зомби больше бить надо, короче. За них. Знаешь, самое интересное, я тебя обогнал в итоге. В конце-то? В конце, да. Ну. Так, так, надо что-то купить новое. Оружие ближнего боя, что ли, начать качать? Я конечно, прокачал... могу быть мастером всех орудий, но надо в любом случае будет прокачивать. Фигню только всякую. Ладно, буду качать тогда остальные ампутаторы какие-то там, отбрасывать. Оружие, наконец, оставь. Все-все-все будем качать. Так, чё? Оружие, говорю, наконец, оставь, да ещё. А, так, вот это сейчас мне интересно. Какая-то локация. Давай дальше пройдем. Так, надо похилиться, кстати. Быстрее, танцуй. Надо поле притоптать. Так. О, это паб? Отлично, нам туда-то нам и надо. О, нам определенно сюда и надо. Так, это что за... Чем высрал шмотки? А, это магазин такой? А, у меня денег нет. А он все шляпы продает, походу, какие вообще есть в игре, да? А, которые мы подбирали, можем заново купить. Понятно. Маска оборотня, кстати, есть. Пенек. Походу, есть шанс выбить из мобов. Даже таких усиленных получается. Так, а, можно еще похилиться. Что ты мне можешь предложить? А, это тот самый монах. Детектор вакханалии. Кровать есть, кстати говоря. Кто есть? Слышишь, вакханалии? Убийся, это детектор вакханалии 125. Появление игры вакханалия. Так у меня нет денег, 3 монеты. А, кровать. Я бы рад, так я только все потратил. Кстати, арбалет самое дорогое оружие, получается, смотри. Видишь? Да, я вижу. Из такого оружия. Значит, остался реально Томми Ган из автоматов у меня, вот. Да, Томми Ган. А вот у тебя, походу, почти самый крутой дробовик был. Угу. Дай, кстати, подержать. Толку-то этот. У меня есть самый крутой дробовик, кстати. Нет, вот самый крутой будет, скорее всего. Вот этот. Это не дробовик, это, скорее всего, видишь, что это самый крутой дробовик, который у тебя? Ну, если да? Против боссов, то да. Урона очень много сносит. Ну, ладно, погнали дальше. Сейчас я очень хотел взять вот эту вот штуку. Пилу? Нет. Пила клевая. Не, пила круче. Ее просто зажимаешь и идешь. Как он ее крутит, прикольно. Так, пошли. Я не буду тем дробовиком точно юзаться, он слишком такой. Блин, мне нравится. Самоубийственный. Клевое оружие. Ручная пила, блин. Как будто сдох от меня. Так, может репеллентом обмазаться? Давай репеллентом обмажемся. А зачем? Хочу до локации сразу дойти. А мы лучше в... А, мы ходили, да, в эту горящую? Блин, это батл. Так, конечно, мы там сражались с этим. Там. Так, нет, это мост, значит, мы все-таки правильно делаем. О, рефайты начались. Вот здесь бы эта фигня нам сейчас понадобилась. Ну, он не босс, он просто моб сидит, получается. Я говорю, в виде этой пушки. Ну да, все, финиш хим. Давай финишнем. Ты снова постоянно финиш химаешь. Не знаю, почему я быстрее. Ты, по идее, ближе стоял. Так, ну, походу, да, здесь мост рефайтов. Короче, все зомбари здесь будут. Я понял. А что продавец за стойкой делал, говорит. Не знаю, я не обратил на такие важные тонкости внимания, к сожалению. Еще один финиш хим. Блин, меня просто ненавидеть должны все. Я всех хожу финиш химу. Я ни одного финиш химу. Ой, там жиробасик. Все, сейчас мы его развалим. Так, отстань. Я тебя в Айзеке уже 100 000 раз убивал. Так, интересно, он должен быть менее жирный, по идее, по здоровью. О, вот это вот ты зря притащил. Вот это плохо. Так, надо срочно сначала жиробасика развалить. Блин, жиробасик, правда, не кабинет ломает. Так, мне бы накопить, конечно, способность, но не хватает врагов, чтобы ее накопить. Но он почти мертв, отлично. Сейчас его развалю до конца. Тогда ты развлекайся с гигантом. Я с жиробасиком развлекусь, так. Если так можно сказать. Спасибо. Локо или локалко. Не могу пока прочитать, спасибо. Чуть попозже. Я не знаю, он хилуется у меня или все, не хилуется. Все, финиш хим его. Так, ну жиробасика я завалил. Так, заодно хилочек подберу.
Все, финишим. Давай я сделаю свое дело. Ну. Все это время ты его валил, но я его финишкинул, да? Ага. Ну я того валил. Так, пошли дальше. Ну я те с тем, а кто у нас сейчас еще? А, серьезно, ты снова? Слушай, мне твои навыки нужны против этого товарища. Не навыки, так, я куда-то не туда стреляю. Надо прям по нему шмулять, но я что-то не могу прицел на него навести. О! А, стоп, у меня есть идея, как тебя убивать. Давай, кто кого перепилит. Я его перепилил просто. Так. Ой, 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 так стоять не круто. Ну да. Так не круто. Ну. Интересно, кто будет после моста. Мне нравится, что у меня патроны перезаряжают с той же скоростью, с которой я стреляю. Ну, у тебя... Блин, ну скорее бы получить уже ультимативные способности, которые будут потом. Я предполагаю, что будет босс, который очень-очень-очень-очень жесткий, и на него наверняка будут эти пункты фармить. Так, а что, мы перейти не можем? Мы еще кого-то не убили? Не дай бог опять багнулся мозг. Мы пошли, сходим. Видимо, кого-то не добили, а вот он сам идет. Все. Clear it. Гонки с боссами. Чивочку дали. Так. Ну? И здесь уже школа. Слушай, это, походу, последняя локация. Ну, давай. Ну, мы на ней закончим тогда. Да. Так что продолжение следует, ребята. Так что, если вам нравится гипс, не забудьте поставить лайк, конечно. Мы к нему обязательно еще вернемся. Если вы поддержите нас с Луисами, также подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать стримы. И, конечно же, новые ролики, чтобы быть первыми на этих роликах. Также подписывайтесь на Ская. Ссылка на него в описании, как обычно. Тоже снимает разные игрушки по разным играм. Да, так что... Заходите. Наверное, всем пока. Давайте, удачи. Заходите, ставьте лайки. Ага.